4, 5, 6, 7, 8. Держим красную точку по центру экрана. Так, доброй ночи. Вот мне что-то захотелось вот зайти сюда в комнату и посмотреть. Лишь посмотреть, чтобы же не сбить, чтобы же не наебнуться. А ну-ка, тихо, тихо, где-то тут должна быть. Лампочка, блядь. А вот она моя. Лампулечка. Опа. Так, свет включили. И посмотрим. Кто как, где тут, что тут. Ой, бардак у меня тут капец. Так, так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ой, капец. Ой, какой кошмар творится там. Хорошо. Но не в этом суть. Я хочу посмотреть вот сюда. Вот сюда хочу посмотреть. Вот сюда хочу посмотреть. Посмотрите, какая мутная тут вода, бля. У меня с крана бежит, да? Угу. Ну, что-то захотелось мне посмотреть, вот, зайти на разводинку. На разводинку, вот как там один какой-то сказал, что рыбное хозяйство. Или на разводинку, ну вот как вот правильно назвать, не на разводинку, не рыбное хозяйство, это вообще, это мое увлечение. Рыбы — это мое увлечение. Да, смотри, какие, смотри, они по низам стоят. Конечно, я вас сейчас разбудил, ну, ничего страшного, попустит. Кстати, вот эта вот мочалка, вот эта, ох, она была такая аж... Аж коричневая, ё-моё. Так, вот там Артем... О, Артемуха уже аж жёлтая. А ты, Василий, что там? А ну посмотрим. Хрен там, он всё... О, ты видела, да? Прячет, прячет. Ну, это пиранья. Вот это, конечно, да. Вот это, вот это. Я им спать не даю. Бывает такое, ребятки. Бывает такое у меня, ну, кому сейчас легко. Так, посмотрим. Опа. Тараканы. Тараканы, тараканы такие. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И что ты тут суетишься? Раз, на суете такой, капец. Слышь, вы уже горшок переворачиваете. Валерчик. Ну вот скажите, что... Ну это вот, опа, а что ты там увидела? Что ты там увидела, такая Мася? Валера, ну Валера спать, конечно. Короче, я тут нарушил ритм всех рыбасей. Очень нарушил. Я думаю, опа, ну Пеппа, конечно, Пеппа в башку уперлась. Так, что у нас там по времени? 3:37:08. Ну, вы там, кто-то там говорил, что резкости нет. Ну, скиньте бабок. Я вам скажу как. Скиньте бабок, куда карточку я вам нарисую. Я куплю себе вот этот стабилизатор на телефон. Если вы такие все матерые, тыры-тыры-тыры-пыры-шмыры. Опа! Харацинка, лега-гаджух. Ой, тетрочка, ну вот эта тетрочка, она должна тут. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну, бывает, меня, конечно, пробивает, что посмотреть. Оп-ча, урамка. Чего ты? И что ты хочешь? Ой, сука. Ой, у меня еще, кстати, есть... Опа-на! А что ты там спряталась? Так, у меня есть зум. Резкость, конечно, капец. О, все, собралась. Собралась. Зафиксировалась. Ну ж... О, все, пиздец. Я уже сейчас бок... Вот.
Вот, ё-моё. Оператор, конечно, с меня никакой. Если вы, конечно, хотите, ребятки, я уже у вас выпрошу чуть-чуть денежек. Кто может, помогите, пожалуйста, бедному студенту. Ну, на стабилизатор, да. Если кто захочет, я вам скину номер карточки там. Кто чехлы снимет. А сколько он стоит? Я не знаю даже, сколько он сейчас и стоит. Наверное, штук 5. Да, Пеппа? Посмотри на Пеппу, какая она. А ну-ка, по центру. Нажми кнопочку по центру. Сфокусируйся. Чик. Тут Пеппа. 5-6 минут уже мы с тобой уже вот этот базарим, Пеппа. Да. Или не пойдет моторчик, или пойдет. Ну что вам, ребятки, сказать? Всем спасибо за просмотры. До новых встреч в эфире. Мир, дружба, жвачка. Всем пока. Бывает такое, пробивает. Зашел, посмотрел, покайфовал. Вот на Пеппа, ну как оно не может нравиться вот это? Ну скажите сами. Кому не нравится, вот напишите в комментах. Не нравится, ёпта. Да. Галимая тема, что ты снимаешь? А я вам снимаю, как оно есть на самом деле. Вот так вот. На, смотри какой. Пеппа, ах ты Пеппа. А от этого, смотри, от нее не отходит. А что ты от нее не отходишь? Ты посмотри, а что она рядом постоянно с ней? Надо обратить внимание, да? Да нах, она мне надо обращать внимание. Вот так вот, как оно есть, так оно и есть. Ну, это огурец. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Эх, хвост чешуя, не поймал я ничего. Ля-л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 я. Ладно, ребятки, короче, доброй ночи. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч в эфире. Мир, дружба, жвачка. Всем пока и до во. Ух ты. Пеппа. Смотри, Пеппа погнала. Ну, это карповая. Это карповая девочка. Она такая, она может. Шо карпы, шо караси. Вы вечно голодные. Самый... Так, не понял, а ну-ка. Ну, вот эту надо... отсаживать под руку. На эту подругу надо отсаживать. Ля, какая толстая, да? Я что-то, у меня и кота, аж мекота. Так, в натуре посмотри, какая она толстая, да? Ты тогда пандичок не в ее. Ну, красотенька какая. Шу-шу-шу-шу-шу. Не, ну, конечно, можно бросить им таблетосик. Получился такой видосик затянутый. Ну, как обычно. О, не-не-не, это я баночку вообще конкретную достал. Сейчас я откручу. Так это ж не таблетосик, да? Роман, что ты это самое перепутал, банка? Вот он, с таблетосом, банановская. Бананочка. Кому, ребята, интересно, подписываемся, ставим лайкосики, приколесики, оставляем комментарии. Кому не интересно, не пишите вообще, не смотрите. Я вам просто показываю, рассказываю, как оно есть на самом деле.
аквариум мистика. А то, что там вот это начинают, там вот это, вот, рассказывать. Все это понты галимые. Вот, мы с Омиком сейчас бросим еще таблетосиков. Бум. Они попадали, они их чувствуют вообще. Капец, у них чуйка такая, ля. Смотри, уже затянули 10. Сейчас либо 10, 26, 27. Та ты шо, все. Пиздец таблеткам. Погнали, погнали курики гонять. Ну, чтобы вы понимали, аквариумистика должна быть... Ну, короче, ну как вам сказать? Ребятки, ну это надо любить эту тему. А если вы хотите завести аквариум, чтобы оно было, не надо, не заводите. Вы просто погубите рыбу. Поверьте. А вообще лучше заведите аквариумчик. Такой небольшой. Лучше начать с малого. Там литров с 50. И пошел на подъем и погнали. Да, Пеппа? Вот если бы они умели говорить, они бы сказали: хозяин, дай пожрать. Да, Пеппа? Смотреть на нее. Блин, так она уже схватила пару колес и такая ту-ту-ту-ту-ту. Хавает, перевод. Хотя она переварит их дух, а потом у нее она такая разбухает. Все, покетушки, доброй ночи. Всем спасибо за просмотры. До новых встреч в эфире. Мир, дружба, жвачка. Я какой раз говорю уже? Всем пока, да? Ой, светулечка, ой, посмотри, Света, сколько их. Посмотри, Света, посмотри, Света, сколько их. Посмотри. Ой, Света, жди. Ой, жди, Светуша. Доброй ночи, ребята.